Сначала были двери, потом мебель и, наконец, спортивный инвентарь. Ульяновский предприниматель Андрей Овченков – единственный в России, кто занимается производством клюшек для русского хоккея. Качество хорошее. Он для меня сделал чуть-чуть, ну, на заказ потяжелее. И все, у меня здорово, клюшки, мяч летит. Вратари даже аж иногда говорят, что ты потише бей. Чемпион мира Николай Афанасенко слов на ветер не бросает. Однажды клюшкой, которую ему сделал Андрей Овченков, чемпион мира и лучший бомбардир в истории «Волги», играл и тренировался несколько месяцев. При этом не только ветераны, но и действующие профессиональные игроки не брезгуют ульяновским инвентарем. Среди них Игорь Ларионов, Денис Артюшин, Владислав Кузнецов и даже заслуженный мастер спорта Сергей Обухов. Андрей занимается очень хорошим делом. На первом месте то, что он делает инвентарь для нашего любимого вида спорта. Ну, еще главное, что он занимается импортом замещением. Нам не приходится за иностранную валюту, за границей покупать наш инвентарь, а клюшки мы свободно приобретаем у Андрея здесь, в Ульяновске. И не только ульяновская «Волга» сотрудничает с Овченковым. Красногорский «Зоркий», казанская «Динамо», кировская «Родина», а также детские хоккейные школы Архангельская, Северодвинская и Кемерово. Вот неполная география того, где играют ульяновскими клюшками. По качеству они нисколько не уступают шведским аналогам, но при этом дешевле на 40%. Сырье все наше российское, и оно гораздо дешевле, чем шведские аналоги. Прессование, торцевание, фрезерование, шлифовка, покраска. Всего 15 операций необходимо произвести, чтобы фанерный лист превратился в хоккейную клюшку. Этот процесс занимает несколько дней, а ульяновских производственных мощностей вполне хватит, чтобы в месяц сделать до 5000 клюшек. Сам Овченков часами напролет готов рассказывать о технологиях производства спортивного инвентаря. Технологии у всех сейчас одинаковые. Скажем так, что шведские, что наши. Собственно, они процентов на 90 совпадают. Однажды Овченкову удалось заполучить настоящий раритет – клюшку нападающего сборной России Сергея Ломанова. В 2016 году этой клюшкой легендарный мастер забил один из мячей в ворота финской сборной в финале чемпионата мира. Ульяновский предприниматель уверен, что не за горами тот день, когда подобные голы форварды национальной сборной будут буквально штамповать и клюшками ульяновского производства. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».